уважаемые мои подписчики, слушатели, случайные Ютуба. Меня зовут Эд. Я делаю различные обзорчики, касающиеся мебели и других нужных вещей в хозяйстве. Так, сегодня поговорим о доводчиках. Еще раз о доводчиках на распашные двери. Ну, вот вы видите здесь распашную дверь. Правда, она вот прямая, это радиусная. Ну, неважно, радиусная или какая. Это называется распашная дверь. Вот она распашная. Мы поговорим о бюджетных, самых бюджетных доводчиках. Доводчики — это когда позволяют двери не ударяться. Я их называю доводчики. Ну, Блюм их называет Blue Motion. Такая фирма прекрасная есть, суперская. Вот. Это он и есть. Бюджетный доводчик. Здесь он просто без корпуса. Здесь он стоит в корпусе. Он же стоит в корпусе. Можно его без корпуса сверлить отверстие и ставить прямо в ДСП. Ну, чем он хорош? Прежде всего, если мы говорим о качественном, а качественный, в принципе, из нашей всей практики, только блюмовские. Блюм, только блюм. Все остальные, китайцы там или кто-то еще, в принципе, ну, китайцами очень много пользовались, они вообще не годятся, они потом начинают залипать и так далее. Других фирм, ну, может, есть там какие-то, но, в принципе, мы им не пользуемся. В принципе, Блюм нас устраивает. Если мы говорим о бюджетных, супербюджетных доводчиках, то, в принципе, вот этот доводчик, вот он так работает. Ну, такой, типа как газовый амортизатор на автомобиле. Кто еще не видел его, вот он представляет собой такую конструкцию. Ну, и к нему еще идет корпус, если нужно, чтобы он был снаружи. Если внутри, просто в ДСП сверлится отверстие. Они бывают жесткие и бывают мягкие. То есть, в принципе, жесткие в теории ставятся возле петель. Возле петель, то есть где-то вот здесь жесткие ставятся. Мягкие всегда ставятся ближе к окончанию двери. Ну, вот тут стоит мягкий. Видите, какой он мягкий. Но зачем нужны жесткие вообще и мягкие? То есть, ну, они не идеальны, но, в принципе, ихняя цена микроскопическая, грубо говоря, ну, делает их полезными. То есть, если их вообще не ставить, то вот давайте вытянем. Вот, видите, как это все? Вот так это все будет. Если он будет стоять, не скажу, что он суперский, но вот будет вот так. Видите, удара уже нету. То есть, грубо говоря, за, не знаю, там, за $5, ну, это с работой, со всеми делами, примерно, за $5 вы получаете уже вот такой эффект. То есть, есть доводчики и более дорогостоящие, о них мы еще раз поговорим в следующем обзоре. А сегодня мы именно, я вам рассказываю о блюмовском супер, так сказать, блюмоушенные доводчики. Я его называю доводчик движения. Или доводчик плавного закрывания. Ну, плавного закрывания здесь немножко неуместно. Ну, доводчик движения. Конкретно для него будет уместно. Потому что что такое плавное закрывание, я вам потом покажу в следующем обзоре. Видите, не бьется. А как бы мягко, раз, ложится. Если мы его высовываем, то будет это все еще раз вот так. Понятно, да? За несчастные там $4-5, ну, смотря где это, в какой фирме, сколько стоит с установкой, вы будете получать вот такой эффект. Это самый-самый качественный из супербюджетных доводчиков для распашных дверей. Поэтому, я думаю, обязательно уже, кто проектирует современные кухни, даже бюджетные, ставьте такие штуки. Вернее,
говорите производителям, чтобы они ставили такие штуки. Они недорогие, и в принципе, вы же видели, эффект просто колоссальный. Никаких ударов, никаких этих вы не будете уже ощущать. На, скажем так, на других дверях это тоже будет прекрасно работать. В принципе, вот. И так же самое. Если сейчас вытянуть, он будет греметь просто по-сумасшедшему. Эта дверь. Так же самое будет греметь, как эта дверь. Поэтому ставьте такие доводчики. Это доводчик именно фирмы Blum. Он работает долго, может работать и 3 года там. В принципе, это расходный материал, поэтому как бы 3 года для него это супер срок. Ну, потом его просто можно вынуть и новый купить, и тогда вставить новый. Ну, как на автомобиле. Меняют там каждые 70 тысяч пробега амортизаторы. Вот так, в принципе. Китайский же, точно такой есть китайский, он работает, ну, максимум, блин, не знаю, год-полтора, а некоторые работают по месяцу, по неделе, ну, вот так. Поэтому, если вы уже нацелились покупать, то заплатите, доплатите там 10 рублей сверху, говоря, там, и вам купят производители именно качественный блюмовский доводчик. Так, ну что, все, на сегодня будем заканчивать. Сегодня мы говорили о Blum Motion, это называется Blum Motion, такой себе микроскопический газовый доводчик от фирмы Blum, супер-супер бюджетной категории, но в принципе довольно качественный. Так, все, спасибо, до следующего раза, с вами был Эд, подписывайтесь, не забывайте, будете всегда в курсе всех секретов. Все, спасибо, до свидания и до новых встреч, пока!